На основании решения арбитражного суда Московской области в Люберцах демонтировали еще один торговый павильон. У собственника отсутствовало разрешение на его строительство, а земельно-правовые отношения не были оформлены. Тему продолжит Богдан Колесников. Этот торговый объект площадью 77 квадратных метров расположен на пересечении улиц Южной и Космонавтов. Его построили больше 10 лет назад. Но за это время об оформлении документов на установку и эксплуатацию павильона никто не позаботился. В соответствии с решением арбитражного суда Московской области, данная постройка признана самовольной в связи с отсутствием исходно-разрешительной документации и оформления земельно-правовых отношений. Поэтому сегодня сам собственник добросовестно решил снести данный объект в связи с тем, что решение суда вынесено не в его пользу. С октября прошлого года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора региона проводят работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей. Я живу в этом доме, Южные 3. Мы очень недовольны были все жильцы окружающих спальный район у нас и детская площадка были возмущены, что здесь такой самострой. И спасибо, что администрация откликнулась. Освободившуюся территорию приведут в порядок для удобства жителей. Всего с начала года в округе демонтировали более 10 незаконно возведенных торговых объектов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко и Александр Глазов. Телеканал ЛРТ.